Приветствую вас, дорогие мои весы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Прежде чем начать прогноз, друзья мои, хочу вас поблагодарить от всей души за вашу приятнейшую для меня активность в просмотрах последних моих видеороликов, особенно в последних. Я имею в виду зигзаги судьбы и топ-5 главных событий на 2020-2025 год. Вы меня удивили, очень сильно обрадовали, взбодрили. Поэтому, как говорится, я готова продолжать работать, продолжать приносить ну хоть какую-то пользу для вас, друзья мои. И, кстати, для этого я открыла свое сообщество, чтобы у нас была дополнительная возможность общаться с вами. Поэтому пишите туда свои предложения. Вот, пишите пожелания, какие-то мысли. Я буду с удовольствием отвечать. Вот. И таким образом канал будет интересен, полезен, а не просто так вот, знаете, абы как. То есть появится какое-то конкретное направление у меня. Так. А теперь давайте перейдем к прогнозу. Прогноз будет навеян последними июльскими затмениями, солнечным и лунным. Вот, вы уже заметили, в интернете много информации, чё да как говорится, но больше с астрологической точки зрения идет. Я же решила на картах посмотреть, как повлияют эти затмения не когда-то там в будущем далеком, а вот именно в ближайшем будущем. Август. Август 2019 года. Вот. Так что давайте посмотрим, что эти затмения, как уже начнут влиять в августе на события, вот, будут ли влиять. Ну и, естественно, как говорится, зададим картам Таро вопросик, что конкретно принесет, какой приятный сюрприз принесут вот эти два затмения июльских уже в августе. Как говорится, какой приветик прилетит в августе от затмения. Так, ну что ж, приступим. У меня сегодня карты падают, прям кошмар. Ну, что, не терпится им сказать свое слово. Ну ладно, я их перемешала до этого, поэтому давайте приступим. Итак, какие события ожидаются в августе 2019 года? Вот, и как повлияют на эти события затмения июльские? Так, какой фон месяца будет в августе? Какие события будут в сфере работы бизнеса? Какие события будут в сфере финансов? Какие события будут в сфере отношений для тех, кто имеет пару? Какие события будут в личной жизни для тех, кто ищет себе пару, кто пока свободен. И последняя позиция. Какой сюрприз придет от затмения? Какой приятный сюрприз вы получите в августе от затмения? Итак, давайте приступим. Фон месяца правосудия. Правосудие. Ну, такое ощущение, друзья мои, что этот месяц у вас будет связан больше с какими-то решением каких-то юридических вопросов. Либо с решением для себя вопроса, как поступить, как сделать лучше для вас, чтобы было для вас справедливо. Либо будете требовать справедливости от других. То есть вот какой-то вот такой будет поиск баланса, скажем так. Поиск баланса, поиск ответов и решений, правильных решений. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас в сфере работы, бизнеса. Ну,
не исключены какие-то непонятки, друзья мои. Непонятки, эти непонятки вам принесут, не исключено, что какие-то товарищи. Вот, то есть они создадут для вас ситуацию, которая что-то запутает, понимаете, запутает до нельзя. Может, это будет сделано специально, может, нет. Но эта ситуация, она, возможно, заставит вас пересмотреть свой подход либо к коллегам, либо к работе. Может быть, даже, знаете, может, даже задумаетесь, а не пора ли с этим кончать, либо с работой, либо с бизнесом, либо отказаться от какого-то проекта. И вот, кстати говоря, вот эти изменения в мыслях как раз и будут навеяны вам этими затмениями. Вот. Что-то у вас поменяется, но это изменение будет больше на таком чувственном уровне, понимаете? Не имеется в виду, что вы вот прямо сорветесь или откажетесь от чего-то, или уволитесь, или бросите что-то. Нет. Такие мысли у вас просто пока только начнут появляться. Пока только начнут появляться. Вот у нас и рыцарь чаш, он и говорит, что вы встанете перед вопросом, что делать, быть или не быть, если уж честно говоря. Вот. И виной будет тому, что вот это какая-то ситуация или обстоятельства, которые вас поставят не то чтобы в тупик, но как-то вот вы затруднитесь, будете найти выход из этого, понимаете, решение этой проблемы будете, для вас это будет сложно. Вот. Что касается финансов. Вот, кстати говоря, по поводу работы. Кто ищет, вернее, работу, друзья мои? Тут предложения будут, но, скорее всего, вы от них будете отказываться, потому что вам будет там казаться, что есть какие-то подводные течения, о которых вам не говорят, и вы будете отказываться от этих предложений. Вот. Или на собеседовании не будут вам отвечать на ваши вопросы. Что-то как вроде как скрывать, что-то будут скрывать. Так, финансы. Ну вот смотрите. По финансам тоже не сказать, чтобы неоднозначно, но возможно как раз вот эти обстоятельства в бизнесе или на работе, они вас вынудят искать новые пути. Новые пути заработка, новые пути в том числе по найму, в том числе по бизнесу, более для вас выгодные, более к вам, близкие вам к душе. Паш чаш у нас был, здесь выпал. Вот. Как, я бы даже сказала, что заработки за счет какого-то дела, которое вам приятно, которое вам хочется делать, понимаете, а не абы что и абы как. Тем более, понимаете, что вы знаете, что у вас есть навыки, что вы хороший специалист, что вы можете делать дело очень качественно и можете хорошо зарабатывать, понимаете. То есть у вас вот это затмение, оно вам даст уверенность в себе, что в принципе-то, извините меня, я ведь не лыком шитая или лыком шитый. Я многое умею, многое знаю, и мне должны соответственно платить. Я должна получать или должен получать соответствующую оплату своих способностей. Вот. И исходя из этой уверенности, вы будете искать такую работу. Поэтому поиск бизнеса или работы как раз будет тоже именно с таким уклоном. С таким уклоном. Я многое чего умею, значит, я дорого стою. Значит, именно такую работу, именно такой заработок я буду искать. Что касается отношений. Для тех, кто в паре. Ну, друзья мои, тут вот как-то вроде бы у нас и солнышко выпало, и в то же время и девяточка мечей тут. Вот. Ну, в принципе, так можно сказать.
все хорошо. Настолько хорошо, что вроде как чего-то не хватает. Вот у меня почему-то такое идет ощущение. Вот. Видите, он сидит в золотой клетке, товарищ. Дверь открыта, но он не выходит. Клетка-то золотая. Вот так и в отношениях. Ну, вроде бы, что искать? От добра, говорят, не ищут. Как там есть поговорка-то, не помню. А, от добра добра не ищут, вот. Вот аналогичная ситуация. Кто находится в поиске, друзья, для вас? Что здесь? Ну вот знаете, затмения, они приоткроют все-таки, вот добавлю еще для тех, кто в паре, приоткроют для вас вот эту дверцу, типа того, что что ты тут сидишь, а ты посмотри-ка, что там делается-то в мире. Понимаете, в чем дело? А может, там лучше? То есть вот затмение может вам такие мысли навеять. Да, вот. Может навеять. А может, лучше есть партнер. А может, погулять. То есть есть такой вот... Ну, я не скажу, что это риск. Нет, это не риск. Но мысли начнут такие мелькать. Хотя, в принципе, по солнцу вроде бы все должно вас устраивать в августе. Кто находится в поиске, друзья мои? Ну, какая-то может быть у вас встреча. Какая-то встреча, может, даже, знаете, со старым знакомым. Уж не знаю, был ли он вашим партнером, но он очень вам хороший знакомый. Вот. И вполне возможно, что вам мелькнет мысль, а не замутить ли с ним роман. А может даже и как-то и на серьезные отношения товарища склонить. Ну, это вот, скорее всего, понимаете, просто приятная встреча. Неожиданная приятная встреча. Может даже в таком месте, где вы вообще не думали, что и встретите его. Вот. Либо эта встреча произойдет на каком-то семейном мероприятии или на отдыхе. Но встреча может быть вполне, друзья мои. Вполне может быть. Так, что касается сюрприза. Здесь у нас выпал рыцарь жезлов. Ну, во-первых, друзья мои, какая-то придет вам новость. Новость издалека. И я бы сказала, новость из прошлого. Даже, может, из далекого прошлого. Но мы говорим о приятных сюрпризах, о приятных. И вас эта новость, или, возможно, встреча с кем-то, да, встреча с кем-то, она вас сподвигнет на какие-то действия. Да, сподвигнет на какие-то действия. Они, конечно, не будут резкими, быстрыми, но, как говорится, на коня вы сядете. То есть вы начнете серьезно так просматривать варианты, а может действительно там куда-то поехать, что-то сделать, что-то предпринять, понимаете, каким-то действием. Не резким, не сразу, но тем не менее. Вот такой сюрпризик, друзья мои. Или знаете, какое-то будет обстоятельство или какая-то ситуация вас взбодрит, что ли, даст вам прилив энергии, и вот эта энергия заставит вас, может, креативить, может, что-то вот пересматривать в своей жизни, может вполне такой быть, вот такой сюрпризик от затмения. Вообще, в принципе, вы знаете, прогноз, я считаю, хороший, вот, влияние затмений вполне даже положительное. Здесь у вас какие-то новые эмоции, новые мысли, новые веяния появятся. Может, что-то вот в головке перевернется, как-то по-другому взглянете. Я имею в виду по работе, по бизнесу.
В отношениях, кто имеет пару, ну да, что-то вы задумаетесь, что-то задумаетесь. Может даже, знаете, как раз затмение заставит вас проанализировать, понять точнее, понять, что в принципе-то у вас все хорошо. Да, есть ограничения, есть обязательства, которые нужно выполнять, может и не всегда вам это хочется делать. Но тем не менее, что-либо менять, ну, пока нет смысла, по крайней мере, в августе это точно. У кого, кто в поиске, да, есть возможность такая, есть. По деньгам тоже прекрасно идут поиски, есть возможность найти себе работу именно с таким заработком и поправить свое финансовое положение, понимаете, в чем дело. Вот. Затмение это говорит, что есть возможность поправить, улучшить свое финансовое положение. У вас для этого все. Вы этого стоите, вот как сейчас в рекламе говорят. Вы этого стоите. Поэтому есть и возможности. Вот такая у нас получилась картинка. Ладно, желаю вам всех благ. Удачи вам, здоровья и до новых встреч на моем канале.